Всем здравствуйте! Александра Ширвинта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщили СМИ. По некоторой информации, 86-летний актер находится в критически тяжелом состоянии, у него легочная недостаточность. Телеграм-канал сообщает о вирусной пневмонии. Ширвинт, по предварительным данным, проведет в больнице несколько дней. Стало известно, что туда его с женой забрали из дома. Ни сам режиссер, ни его близкие госпитализацию пока не подтвердили. Эту информацию еще предстоит уточнить. Напомним, что Александр Ширвинт сыграл более чем в полусотне советских и российских фильмов. Среди них «Ирония судьбы» или «С легким паром», «12 стульев» и «Вокзал для двоих». Кроме того, он поставил десятки театральных спектаклей. На Наталье Белоусовой артист женился в 1957 году, супруги до сих пор вместе. Их сын Михаил Ширвинт работает телеведущим. Ранее Александр Ширвинт прокомментировал скандал с Олегом Меньшиковым на прощании с Владимиром Андреевым. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.